Мы видим, что происходит, нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит, Валерий Павлович. Мы очень хорошо это видим. И потом, я не знаю, как вы, но мы же методички читаем, да. Цветных революций, так называемых. Один к одному, да. Более того, что к методичкам цветных революций – это особенность. Об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны, в Центре стратегического управления. Будем об этом там говорить. Особенность заключается в том, что уже появились элементы внешнего вмешательства. Об этом мы там поговорим. То есть то, что я говорил, фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. И надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. И знаете, вот некоторые россияне, я смотрю там, слишком умные, начинают кричать, там вот Беларусь, там так, не это. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси, это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это же понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально. Постановочные кадры, фейки. У меня, кажется, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично хочу сказать, заберите. Вот нашли, заберите его. Понимаете, у меня в Беларуси собственности нет. Кроме резиденции официальной, где я живу, в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подлинненькое. Не получится. Мы этого допустить не должны.